что есть ниши, в которых типа тяжело деньги заработать. Вчера я слышал хороший пример, то есть если посадить самого лучшего гонщика за руль запорожца и рядом посадить неопытного водителя за руль Феррари, то как бы вероятность, что на Феррари, ну, чувак проиграет только если он разобьется на ней. Вот, ну, запорожец как бы, ну, никак не выигрывает, поэтому важно еще в каком направлении ты движешься и с чем ты работаешь. То есть если там много там успешных кейсов, людей, примеров и так дальше, которых получилось, или ты типа такой думаешь, вот это та самая идея, с которой я заработаю денег. Но 95%